Домашнее задание в абхазо-осетинском исполнении. Нарты из Абхазии плюс пирамида, Владикавказ. Впервые команда КВН «Нарты из Абхазии» и команда КВН «Пирамида» встретились в одном музыкальном домашнем задании. Мы всю жизнь мечтали с вами вместе выступить. Мы тоже год уже мечтали с вами вместе выступить. Ну что, вместе споем? Давай, вы начнете, а мы подхватим. Давай. Так, стоп. Я извиняюсь, братья. Вы чуть-чуть неправильно сейчас поддержали нас. Здесь надо... Просто понимаешь, вы неправильно вступили, а мы поддержали идеально вообще. То есть вы лучше нас поете, да? Конечно, ты сам только что сказал. То есть ты хочешь разобраться, конечно, да? Конечно, надо разобраться. Хорошо, разберемся. Давай разберемся. Добрый вечер, дамы и господа. Добрый вечер, дорогие друзья. Ну что ж, сегодня нам наконец-таки предстоит выяснить, кто лучше на этой сцене. Осетины. Или абхазы. Эй! Естественно, мы лучше. Почему это вы лучше? Ну элементарно, посмотри, как мы выглядим. Посмотри, какие у нас пиджаки. А? У нас такие же пиджаки. Но у нас они застегиваются. Иди сюда. У нас тоже? Да, но у нас у всех застегиваются. На нем тоже все застегиваются. А? Нечего сказать. Вот видишь, мы умнее, так что вам до нас еще учиться. Правильно? Как сказал один мудрый осетин, учиться, учиться и еще раз учиться. Это Ленин сказал. Ну, вам, может быть, лично Ленин сказал. А нам один мудрый осетин. Зато у нас мандарины. Вот зря вы сейчас свой единственный козырь так рано выбросили. Вы вообще знаете, кто за нами стоит, а? Здравствуйте. Знаем. Мы, в отличие от вас, к нему лицом стоим. Здравствуйте. Ой, сколько армян! Девушка! Мы абхазы, а мы осетины. Конечно. Да какая мне разница, я в Сочи отдыхать приехала. Девушка, я Геворг, очень приятно. Пойдем, пойдем, дорогой. Видел, какие мы красавцы. А врать нехорошо. Зато мы сексуальные. Они сексуальные. Давай по-честному, ты будешь объявлять осетин, а я буду объявлять абхазов. Договорились? Умеешь объявлять? Учись. Ну, давай. Итак, детский сад номер 13 во Владикавказе. Взрослые мужики и детский сад показывают. Так, дети, сегодня к нам приедет Анджелина Джоли. Ура! Чтобы кого-нибудь усыновить. Отлично. Потому что она уже везде усыновила, а у нас нет. Давайте, чтобы все гладко прошло, порепетируем. Конечно. Я Анджелина Джоли. Здравствуйте, дети. Здрасте. Мама! Молодец! Отлично! Но завхоза она вряд ли усыновит. Давайте еще раз, да? Здравствуйте, дети. Здравствуйте, завхоз. Да она не будет так говорить. Она приедет и усыновит меня. Скажет, вот этого хочу усыновить. Лапочку, кисюлю, красавчика вот этого. Да никто тебя не усыновит. Почему? Не может сын выглядеть старше родителей. Тем более завхоз. А ты не говори, что я завхоз. Просто скажи, хозяйственный мальчик. Да чего вы спорите? Может, они вообще девочку хотят? Вот ты везде свою жену лоббируешь, а? А чё она дома сидит, там хоть мир посмотрит? Так успокойтесь! Мы нормально порепетируем сегодня или нет? Извините, давайте. Еще раз. Здравствуйте, дети. Здрасте. Покажите зубы.
никто не болеет, ни на кого кредит не оформлен. Чё ты прицепился, а? Но не может она тебя усыновить. Почему? У тебя есть родители. Они поймут. Особенно папа. Заурбек Александрович, идите в кладовку, возьмите гвозди и прибейте шифер на крыше. Так, давай нормально порепетируем. Или вы хотите до конца жизни гнить в этом детском садике? Нет, нет, я Анджелина Джоли. Готовы? Да. Я захожу. Здравствуйте, дети. Мама, 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 мама! Они заставляют работать меня завхозом! Так, Заурбек Александрович, почему сторож, повар, заведующий молчат, а вы говорите постоянно что-то? Вам что, больше всех надо? Надо! На меня же кредит оформлен! Что ты мне уже 8 лет этим кредитом тыкаешь? Я вообще не понимаю, зачем тебе нужен был утюжок для выравнивания волос? 8 лет назад нужен был. Да ладно, Заурбек Александрович, что вы так расстроились? Я был неправ, хорошо. Заурбек Александрович, хорошо, я Анджелина Джоли, я усыновляю завхоза. Мир в шоке, но ничего не поделаешь. Вот так. Заурбек Александрович! Заурбек Александрович! Самое смешное в следующем номере – это название. Вот слушайте. Креативное агентство в Абхазии. Как будто они знают значение слова «креативное». Так, все здесь? Да, а, да, да. Так, хорошо. Сейчас был у заказчика, цементному заводу 5 лет. Угу. Они хотят, чтобы мы устроили праздничный концерт, ну, с участием звезд российской эстрады, на 5000 рублей. Если хорошо поработаем, то нам отсюда тоже останется. Поработаем. Так, какие есть предложения? Давай позовем Кайметова. Он точно бесплатно споет. Как бесплатно? Пускай платит. Пускай платит. Тихо, тихо, я дозвонился. Алло, Пьер Нарцисс? Я тут недавно ваш новый альбом купил. Да-да, это был я. А давайте Мадонну пригласим. Она бесплатно петь не будет. Как не будет, слушай? Мы, долгожители, должны помогать друг другу. Ну что, а кто ведущим будет? Максим Галкин. Ты договорился? Сейчас договорюсь. Алло, Максим? Здравствуйте. Вас беспокоит Международный олимпийский комитет. Мы хотим пригласить вас на роль ведущего. Мы в Абхазии проводим репетицию открытия Олимпийских игр в городе Сочи. Да. Да. Но чтоб не сглазили, всем говорим, что это юбилей цементного завода. Алло. Вы согласны? Отлично. Кстати, можете с невестой приехать. Да. До свидания. Пацаны, заказчик идет. Заказчик идет, заказчик. Так, кто здесь главный? Среди нас нет главных. Мы все равны. Мы как братья. Мы одна семья. Правильно я говорю? Да! Значит, ты у них главный, да? Да. Что там с концертом? Все нормально, мы со всеми договорились, просто немножко не хватает. Опять не хватает? Ну, не хватает. Ладно, сколько? Двести. Двести чего? Чего хочешь. Хорошо. Двести камней. А? 200 камней. Что за 200 камней? Ты не мог как-нибудь красиво номер закончить? 200 камней. Почему я должен красиво закончить ваш номер? Ну вы же у нас сексуальные. Вы что, реально думаете, что вы лучше нас? Ну конечно, мы же чемпионы. А вы нет. Только потому, что вы замечательно пели, великолепно танцевали и изысканно шутили. Только поэтому вы были чемпионами. Я не понял, а в чем подвох? Были!
Наш спор продолжается, и у нас чемпионат мира по знакомству. Сейчас мы наконец узнаем, кто лучше знакомится с девушками, абхазы или осетины. Хотя что тут думать? Девушка, если с вами уже когда-нибудь точно так знакомились, нажимайте сигнал повтора. Добрый день, девушка. Что? Это я. Прикинь, не узнала. Девушка, я давно за вами оттуда наблюдаю. Вы так красивы, на самом деле. Ваши глаза, это... Слышишь, если бы я на это внимание обращал бы, я до сих пор мальчиком был бы. Да все вы кавказцы одинаковые. Ну и дура. Девушка, вот вам мой верту. Я на него вечером позвоню. О, ты ей зачем мой Сименс отдал? Да заберем вечером, что ты волнуешься? Девушка, пойдемте ко мне в номер. Я не понял, это да или нет? Все равно не понял. Да, да, да. Да, да. Да. Девушка. Нет, ну вы меня неправильно... Ну послушайте. Да-да, свой телефон заберу. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась мы ты. Мы так проиграем. Так давай что-нибудь. Видение, давай. Как... Города! А вы молодцы. Ну, вы тоже молодцы. Вы правы. Мы, наверное, слишком взрослые. Нет, да. Я бы сказал, солидные. Да. А вы знаете как? Вы не молодые, вы энергичные. Да. И перспективные. Сексуальные и перспективные. Знаете, в конце хочется сказать только одно. Впервые в жизни мы не хотим сегодня победить. Потому что мы уже победили. Мы вместе. Убери. Нет. Ну хорошо. Вы не поняли, мы все вместе. Курск, Москва, идите сюда, выходите. Давай.
Светлый день нам приносит миллионы улыбок и смех. По Сочи мы пройдем, может, песню запоем. Мы сведем потом на пляж наш этот праздник крыва. Братья, мы же вместе. Теперь да.